Ребят, вы разбирайтесь, пожалуйста. Не убейте друг друга. Хорошо, хорошо, норм, не нервничай. Ну, Игорь, оно не важно, оно в поле падало. В поле падало. Шло в поле, нормально. Отлично. Спокойненько, Ян, отлично. Убей его. Отлично, Леш, как надо. Спокойно, Ян, отличный пас. Блин, елки-палки. Хорошо, Женя, правильное место, отлично. Куда надо? Переход, да? Переход, ребят. Переход. Да, 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 вот так, вот так, вот так. Все правильно. Отлично. Блочок. Я. Надо было. Ну. Это не мой мяч. Это не совсем мой мяч. Ну ладно. Так потому две зоны. Лёр, я тебя в последний момент увидел. Извини. Побоялся падать. Я. Хорошо же. Мастерство-то не пропьешь. Ай-яй-яй. Задумка хорошая. Ай, блин. Давай. Извини. Все нормально, Игорь. Все как надо. На прямых стоял просто. Так, Игорь, ты оставайся, наверное, сейчас соберите посильнее команду. Не, ну просто это самое, сейчас. Слава! Да что? Костя, давай собирай сильную команду, Костя. Ты все время просил играть с сильной командой. Есть отличный шанс. Нет, так это... Такие вытягивают, офигеть. Тут не все равноценные просто, со временем. Они друг с другом не всегда играют. Ну что, сейчас... Они играют друг с другом, они играют. Слава, иди сюда. А когда с кем-то... Слава, у вас люди, которые осуждают... Да иди сюда, не ной, что ты как маленький мальчик. Слава! Слава, надо наказать малых дедов, чтобы они это, не зря приехали. Ой. Ну разговаривает, он занят. Слава, иди быстрее, потом будешь называть, пожалуйста. Лёш, Лёш, зайди, пожалуйста, здесь. Он, Лёша, зайдет, сыграет нормально. В чем проблема? Это
ветераном. Первый раз на тренировке с пивом. Так отлично. Да нога никак, блин, капец. И не такое ничего, попали, и все, никак не будет. Я бы тебе опять посоветовал к Паше зайти, но Паша где-то недельки полторы не будет. Он не ничего, тут души просто. А просто? Да, я снимок сразу сделал, а ну даже понял, не вот здесь, без либи, а вот так просто сильно ударил. Блин, ну неприятно. Души. Так оно же и не толкнешь нормально. Да, а ну, то обычно вот здесь уже подворачиваешь, на изибе. А так просто подваливаешь. Вот ты что, даже блок поставили двойной. Я не знал, но сегодня тупит. Он так чуть-чуть получше играет. А это... Я человеку взял, достал больше, начал рассказывать, где человек. Я все знаю. Ну, никто это... не рассказывает. Если он говорит, ты все знаешь, я так хуево играю. Слава, давай это самое, ты же знаешь правила. Рассказывай тем, кто соображает. Все. Я буду приходить к этому плану, буду... Слава, без нервов, правильно. Ну на пиво аж посреди придется. Я своим пришел. Не, я говорю, ну просто. Я же не имею в виду пиво принести, я имею в виду в компанию. Не, за пиво принести. А за удовольствием пообщаться. Да. Это да. Да. Ну. Сетка была. Ну он и в прошлый раз решил этим. Ну, если ты знаешь за собой, отходи дальше. Или аккуратнее играй. Слав, ну это понятно. Слава, волейбол, ты с моторчиком играешь? Да. Я потом в конце нажимаешь и выиграл. Я уже знал, что так. Или не пиво попили уже, наверное. Не, пиво не пили. Там сольюсь, как пополнял.